Временно исполняющий обязанности губернатора встретился с лидером общественников Олегом Спиранским. Павел Коньков отметил, что в своей работе он намерен тесно сотрудничать с Общественной палатой региона. 1 ноября пройдет форум «Единение». Там в рамках дискуссионных площадок обсудят состояние различных общественных объединений Ивановской области, затронут темы образования и волонтерства. Параллельно с этим Общественная палата реализует новый проект, связанный с зелеными зонами. Есть очень много скверов, парков, в которых граждане любят отдыхать, гулять с детьми, сами просто проводят там свое время, но у которых нет официального статуса парков или скверов, и которые, соответственно, могут попасть под застройку. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы выявляем подобные места для того, чтобы выйти соответствующими предложениями в муниципальные органы власти.